Дом. Покажи. Чего у тебя там все странно? Покажи. Ну покажи. Ну покажи. Вот да. Так. Карты. Дима знакомится с картами? Да. Да? Да. Карты. И чего? Какая тебе карта больше нравится? Король? Да, король и тетя. И дама, да? Да, дядя всякий. Валет там. Да, валет. А туз тебе нравится? Туз. А где он туз? Ну, у тебя все опять съехало. У тебя все съезжает. Ба. Ай-яй-яй. Ой. Съехал снова. Угу. Ну, сини-сини, давай. Теперь складывай. Куда? Не знаю. Дятел может. Это что ли? Угу. Птичка. Угу. Сейчас птичку-то встану. Дим, посиди спокойно, пожалуйста. Ты не слышишь меня? Слышу. Глуховато ли? Сережа там вот делает эти, дуги. Сажает под пленку. Это следу. Тихо, тихо, это кочерга называется, не трогай на грязь. А там есть еще один кочерга? Так пищит там так. Странная птица. Улетела. Кто? Птичка странная какая-то, да? Тут тоже кто-то пищит. Ой, сегодня последний день, все. Несколько часов еще будем здесь и уезжаем навсегда. Больше уже не попадем. Утро. Вот у нас восход солнышка. Катайся, катайся еще немножко. Уже я накаталась. Димочка у нас катается, да, последний раз на качелях. Вчера был последний раз, сегодня последний раз. Сегодня какое солнышко, он теплое, красивое, необычно тихо сегодня. Как будто дача прощается с нами. Да? Наша дача, да, прощается. Так больно-больно в душе. Лес, с которым мы так играли. Здесь, я помню, у нас был шалашик. Мы строили прям с мальчишками, помню, с досок. Прям колотили с крышей. Играли там в карты, сидели. Тут вот два столбика осталось. Лавочка, столик у нас здесь был. Две лавочки, столик, в карты играли. Тут вот площадка, асфальтир. Мы ее всегда подметали, поддерживали ее. Она чистая у нас была. Всегда. Сейчас вон там наплевано что-то, я не знаю, там какая-то жирная грязь. Здесь вот что-то костер разводили, пятно какое-то. Она у нас была прям идеальная вся. Вся чистая, без всякого мусора. Мы прям подметали ее, я помню. Разделяли вот так вот на квадратики. Тот квадрат был мой, тут мои сестры. Тут вот тоже мальчишки. Убирались. Вся была в идеальном состоянии. Тут вот березки вот были когда-то. Их потом срубили. Сейчас никого нет. Дети приходят здесь. Только вон мусорят. Мусорят. Вон рисуют какие-то странные фигурки. Только вон один мусор. Все только гадит, пачкают. Нельзя так. Дерево скрипит, да.
Мусорка. Ну, мусорка он там всегда была. Да? Какая честь? Ну, не знаю, какое. Вот, а раньше было прям для нас, вот эти вот соседи, здесь жил дядя Слава у нас. Вот за свой счет, за свои деньги срубил вот тут вот деревья и вот эту вот площадку сделал полностью. Тут кольцо есть, турник, качели. За свои деньги, все полностью для нас. Меня назначил главный. Вообще хотели потом еще забором закрывать, чтобы никто не ходил. Но потом передумали, это же не частная территория. Вот, а здесь вот был лесочек, еще помните, наверное, относительно недавно. Приходили мальчишки, оттуда приходили. У нас была большая компания, иногда человек 20, наверное, было этой компании. И вот так мы здесь бегали, играли, на велосипедах катались по площадке. Там вот трасса находится, за трассу ездили. Да, Дим? А теперь все. Это это... Не знаю, там какой-нибудь старое какое-нибудь дерево там стоит, наверное. Это падает, а юная. Что, больше трясется она? А там уже посадка вся завалена мусором, мусором, мусором. Люди не могут выбрасывать мусорку, хотя мусорка есть, вон там пониже. Ну сползай, остановились качели уже у тебя. На меня упадет качели и сломает качели. Дерево. Да, вот так вот. Все, все когда-нибудь заканчивается. Давай руку. Что ты шлепнешься где-нибудь? А Юля... Вот это дом, здесь жил дядя Слава. Мы очень дружили, в гости ходили. Ну, там уже дядя Слава был такой дедушка старенький, с белой бородой, но он очень хорошо к нам относился. Да. Да. А у нас сейчас слепнется. Такой у него домик желтенький, назвал его цыпленок. Вот. Они очень основательно строили. И баня там очень хорошая. Хотя вот здесь, кстати, я сейчас заметила, что забор у них потрескался. Ну, и этому забор тоже уже лет 20-30. Не знаю, сколько. Весной мы, помню, лазили по этому забору. Когда сильная грязь здесь была, ну, тут по забору проходили. Вот он потрескался тут чуть-чуть. Потрескался? Ага, вот потрескался тоже чуть-чуть. Отошла прям уже плита. Такая здоровенная. Вот тут, я помню, кустики были, я здесь всегда пряталась от родителей и читала книгу тихаря. Сбегала из дома, чтобы было не видно меня. Тут красный дом. Мужик этот тоже продал свой дом. Вот этот построил красного кирпича, чтобы дороже получилось. Его продавал лет 10, наверное, вообще никто не брал. Вот. И планировка там такая плохая. Тут последний раз идем по дорожке, да? Будем потом видео смотреть. Да, Дим? Да. Вспоминать нашу дачу. Там плакать. Плакать будешь даже, да? Да, и мама. И мама, да. Сад он какой красивый. Ромашки уже отцвели. Бабуля там копошится. Сирень белая здесь, там розовая. А ты яйца там где? Я скрипела яйца. Все, все, постельное белье собрали, одеялки все сложили, одеяло ватное, хорошее, теплое, теплое. Прощайте, одеялки мои, прощайте. Постельное белье, а подушечку забираем. Все вот так вот пусто выглядит уже наш родной домик. Уезжаем, полы покрасят, тут, наверное, обои переклеят, навесной потолок, может быть, сделают. Тут все загородят, мебель новая, будет красиво, домик будет радоваться. Стеллажик очень нравится, вот этот мне печка.
Холодильник остается. Холодильнику лет 60. Да, 60 лет холодильнику. Представляете, он до сих пор работает. Слышно, как он работает даже. До сих пор работает. Вот техника была. 60 лет. Не текет. Ничего, нигде. Работает так, что даже у нас кабачок сегодня замерз в холодильнике. Вот так техника. Из ельня бабушка прислала. Вернее, прабабушка для меня. Телевизор. Тут картины такие у нас. Дедуля приносил, покупал. Кресло. Все было вот так. Потолок, люстра. Она еще в моей детской висела когда-то. Красиво. Кстати, просторная комната. Угу. Уже эхо. Тут кровать стояла когда-то. Настя спала, моя сестра на ней. Вот остается частично. Выбрасывать не стали. Тут что такое? Ба, какие-то. Ба, какие тут эти. Какие-то цветы здесь. Вишневая муха. А, это все рассказывается. Хорошая зимняя клубника. Все остается. Интересно. Что-то я этого не видела никогда. Все. Еще сейчас несколько часов. Все это начнут забирать частично. Машина приедет. А потом будем ждать уже новых жильцов. Чуть-чуть осталось. Запомнить бы эту дачу. Ну, конечно, одних видео будет очень мало. Все равно потом забудешь. Хорошо, сейчас есть видеокамера. Мама пришла. Че? Так, ну и здесь все это уезжает. Что, даже стулья, что ли, уезжают? Да ладно. Винограда сейчас набрала черный, засушим. Кухонный гарнитурчик наш хороший. Стол вот этот прекрасный, кстати. Большой стол. Зеркало вон там. Шкафчик вот остается, холодильник уезжает. Поедет. Картина чья-то неизвестного призвон художника неизвестного, да. Домик. Отсюда вот сад смотрится красивый. Красивый, прекрасивый сад. Любоваться, любоваться, любоваться. Да и только. Красота. Все погрузили. Грузчики уехали. Велосипед мы забрали. Надеюсь, все хорошо доедут. Дима! Ну все, мы дома, приехали, дачу отдали и привезли много. Багажник был просто забит, я не записала, по-моему, даже. Груши. Так, это, по-моему, на еду. Груши. Это яблоки сушить, это яблоки на сок. Это сушить яблоки. Да, это сушить яблоки, а это яблоки на... Так, сушить, да, яблоки и груши сушить. Здесь помидорки, это вот засолить. Сковородка. У меня уже третья сковородка такая. Ну, это сковородка обалденная. Дима там. Тут кабачок. За этим должны прийти купить. Ой. Там что? Там я за это, черемуху сушу на чай. Не знаю, вкусно или нет, но попробую. Уже заложила.
что немножко не помещается. Ага. И виноград черный сегодня набрала, тоже сушить. Здесь облепишечка, перчики покушаем. Груши будем кушать с Димочкой. Для засолки вот здесь вот. Короче, тоже засолить все такое. И там у нас что-то происходит на улице. Прощались с дачей, но мы оставили половину вещей на даче, всяких сумок там, все такое. Короче, через 2 недели поедем снова за этими сумками, наберем еще яблок. Груши-то уже все, как бы они уже желтеть начинают вот так вот. И они, когда желтеют, то внутри гнить начинают, то есть их уже смысла нет. Мы их всегда забираем вот такими зелеными, не желтые. Ну, их вот сейчас уже надо собирать. Вот. Следующим хозяином я сказала. Ну, там чисто, видимо, для отдыха, потому что народ приехал с пивом. И пиво там было явно, наверное, 1,5 или 2-литровых бутылок, штук 8, наверное. Вот. Ну, не знаю, праздновать будет там день рождения еще у этой хозяйки, которая купила. Короче, так вот. Все, дачи у нас больше нету. Будем теперь выбирать новую дачу, другую, на которой можно будет просто изредка приезжать и отдыхать. В редких, ну, редко приезжать. Вот. Просто чисто для отдыха. Ну, для отдыха, правда, проще. Вот. Здесь я насушила, сложила. Ну, пока перебрать мне сейчас некогда. Вечером переберу, все уберу. А здесь, кстати, семечки. Подсолнух принесла соседка. Здесь вот какой-то булгур, типа не знаю, короче, сварим, посмотрим. А тут Дима, да? Да. Бегает, носится. Дали нам, кстати, горячую воду, горячей воды не было, наверное, недели так 3, а то и месяц, наверное, сегодня наконец-то дали, наконец-то не придется в кастрюльке кипятить, да? Дима накупается сегодня, наконец-то. Мама накупается, тут у нее все сложила. Хочу купить еще вторую такую же, потому что не хватает. Ну, не знаю пока. Может, и не придется. Ой, там меня видно. Вот, ну, груши, я надеюсь, они дождутся своего очереди, потому что там сейчас должна ягода сначала заморозиться, ой, засушиться, это 2 дня как минимум, а потом я буду сушить грушу. А потом уже яблоки. Ну, яблоки-то пролежат, а вот груша посложнее немножко. А там вон я. Все, мы дома.